Здравствуйте. Накануне в мире отмечался Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Насколько это актуальные вопросы сегодня для нашего края, поговорим с Юлией Александровной Шевченко, начальником отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики незаконного оборота наркотиков, в том числе в молодежной среде, Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого главка МВД. Юлия Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Начать, конечно, хочется с главного. Это с того, какая же ответственность грозит за распространение, хранение и употребление наркотических средств. За потребление наркотических средств или психотропных веществ, либо отказ от прохождения медицинского свидетельствования должностного лица о прохождении медицинского свидетельствования на опьянение в отношении гражданина, если имеются основания полагать, что он находится или употребил наркотические и психотропные вещества, предусмотрена ответственность в виде административного штрафа до 5000 в соответствии со статьей 6.9 Кодекса об административных правонарушениях. За незаконные приобретения, хранение наркотических средств предусмотрена ответственность по статье 228 Уголовного кодекса, предусматривает ответственность до 15 лет лишения свободы. За приобретение, сбыт наркотических веществ предусмотрена уголовная ответственность по статье 228.1 и предусматривает ответственность от 4 до 15 лет лишения свободы. Хотелось бы акцентировать внимание, что за сбыт наркотических веществ условных сроков не бывает, даже несовершеннолетним. Что подразумевается под сбытом? Под сбытом подразумевается дарение, угощение, дача взаймы тоже входит в состав сбыта наркотических веществ. Зависит ли как-то строгость наказания от объема этих самых наркотических веществ? Нет такого количества наркотических средств, потребления, хранения и сбыт которого не предусматривала ответственность. Перечень и вес наркотических средств, психотропных веществ, растения, содержащие наркотические вещества, утвержден постановлением правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 года, номер 1002. Как пример могу привести, что 0,1 грамм в некоторых наркотиках, в ряде наркотиков, предусматривает ответственность, даже уголовную. В отличие от хранения наркотических веществ, в сбыте законом не предусмотрено значительный размер. Поэтому при реализации небольшого количества наркотиков предусмотрена ответственность до 8 лет лишения свободы. Много ли людей у нас в Алтайском крае привлекаются к ответственности по этим статьям и меняется ли как-то статистика из года в год? В отчетный период сотрудниками органов внутренних дел привлечено за хранение, приобретение наркотических средств 522 человека. За сбыт наркотических веществ привлечено к уголовной ответственности 197 человек. Общее количество лиц, привлеченных за хранение, каждый год уменьшается. А лица, привлекаемые за сбыт наркотических средств, в среднем остается на прежнем уровне. Но хотелось бы сказать, что возросло количество участников организованных групп. Так, за 6 месяцев 2024 года сотрудниками органов внутренних дел в суд было направлено 7 уголовных дел в отношении 37 лиц. Как мы все прекрасно понимаем, в преступные структуры входят сбытчики разных уровней, финансисты, операторы, закладчики, да, еще раз повторюсь, блогеры в том числе. Поэтому деятельность сотрудников органов внутренних дел в первую очередь направлена на установление всех лиц, которые участвуют в сбытии наркотических веществ. Несмотря на такую строгую ответственность, несмотря на то, что очень много людей привлекаются к ней, мне кажется, каждый житель нашего города, пусть не ежедневно, но хотя бы раз в неделю видит интересные надписи, которые он не понимает, куда они направляют, может быть, там какие-то интернет-сайты, видит объявление о найме на работу, которое сулит хороший заработок, и явно это какая-то работа незаконная. Так вот, к таким людям, которые наносят такие надписи, расклеивают такие объявления, есть ли тоже какая-то вот ответственность, поменяется ли? Конечно, ответственность существует, и она применяется. Так, за нанесение трафаретных надписей пронаркотического характера на объекты инфраструктуры предусмотрена административная ответственность от 5 до 30 тысяч для физических лиц, для должностных лиц от 50 до
100 тысяч рублей и для юридических лиц до 1,5 миллионов. Но нанесение таких надписей в ряде случаев может квалифицироваться как соучастие в сбыте наркотических средств. Соответственно, наказание совершенно иное, предусмотрено нормами Уголовного кодекса и предусматривает, как я говорила ранее, от 4 до пожизненного срока лишения свободы. Александр, есть какие-то критерии, по которым можно распознать эту незаконную рекламу? То есть иногда же, в принципе, непонятно, да, так витиевато написано, или какие-то, собственно, слова, которые мы не сможем как-то, ну, не знаю, узнать, распознать, да? То есть ли критерии, по которым можно узнать незаконную рекламу наркотических средств? Зачастую реклама про наркотического характера может выглядеть как случайный набор цифр или латинских букв. В ряде случаев данные надписи начинаются с символа собака или, возможно, использоваться слова, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в том числе и сленговые. Это, например, шишки, соль, нем, кайф. И, конечно, ни для кого не секрет, это объявление о быстром заработке. То есть все объявления о быстром заработке или заработок, высокий доход, безопасная работа, все это подразумевает и вовлекает вас в незаконный оборот наркотиков. Поэтому хотелось бы предостеречь граждан и не попадаться на такие ошибки. Удается ли таких рекламщиков поймать? И, как правило, как это происходит? Наверное, на месте преступления чаще всего их настигают. В отчетном периоде на территории города Барнаула было составлено 5 административных протоколов. Наверное, ярким примером может послужить это задержание жителей Новосибирской области 1991 и 2002 года рождения. Молодые люди приехали из города Новосибирск в город Барнаул с целью нанесения данных трафаретных надписей и были задержаны на территории Ленинского района города Барнаула. На данных лиц были составлены протоколы об административных правонарушениях и им выписаны штраф. Что касается уничтожения этих объявлений, надписей, есть ли здесь какие-то требования, может быть, к управляющей компаниям, ТСЖ, если на их территории вдруг появилось объявление либо надпись такого рода? В связи с участившимися фактами нанесения трафаретных надписей в мае 2023 года администрация города Барнаула совместно с нашим управлением была разработана памятка о взаимодействии органов местного самоуправления с органами внутренних дел по ликвидации и закрашиванию данных надписей. И считаю, что в данном направлении улучшилась работа. Я думаю, жители города Барнаула заметили, что данные надписи своевременно по возможности удаляются. Например, комитет по делам молодежи в взаимодействии с управлением наркоконтроля, при взаимодействии депутатов молодежного парламента, с привлечением волонтеров и студентов колледжей проводят акции. Мы проводим акции по закрашиванию данных надписей. Вот за 6 месяцев нами было закрашено порядка 600 таких надписей про наркотического характера. Кстати, в эфире программы «День с толком» недавно мы рассказывали о подобной акции. Давайте посмотрим фрагмент сюжета. Мы неоднократно проводили акции совместно с «Матерью против наркотиков», с некоммерческой организацией. Вот. И буквально мы с ними прошли, закрасили. На следующий день надписи появились во всем городе. Пришлось через 2 дня еще раз проводить такую же акцию. Иногда как бы держится, а чаще всего они появляются вновь и вновь. Такая акция проходит при поддержке МВД России по Алтайскому краю, Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона, а также администрации районов. Сейчас студенты используют черную краску. Такой снабжает организация «Стоп-наркотик». И закрашенная надпись превращается в черный квадрат Малевича, шутят волонтеры. Очень бывает часто, что жители, да, ругаются, и приходится очень часто объяснять, для чего мы это делаем, почему, что мы от администрации, что это согласовано, чтобы не было конфликтной ситуации, что часто очень люди не понимают, что, мол, молодые люди подходят и что-то там красят. Поэтому с каждым ребенком обязательно находится руководитель, который разруливает любую ситуацию. Ну и для этого сейчас униформа какая-то. Да, униформа обязательно. Так, некоторые надписи волонтеры просто не рискуют трогать, потому что опасаются реакции людей, особенно администраторов магазинов. А ведь некоторые рисунки дают прямые ссылки на интернет-ресурсы с подробными инструкциями, где достать, кому заплатить и как употребить. Очень много курильщиков, наркоманов. Охота как-то это попытаться предотвратить. Такая акция, на ваш взгляд, эффективна? Да.
Несмотря на то, что нехорошие надписи появляются снова и снова, волонтеры готовы снова и снова их закрашивать. Дарья Ерошина, Алексей Фризин. День с толком. А мы продолжаем интервью. Юлия Александровна, если житель города обнаружил такую надпись, как ему стоит себя вести? В случае, если гражданин выявляет, да, такие надписи, уже существующие, то необходимо обратиться в администрацию района. Впоследствии формируется список и закрашиваются данные надписи. В случае возможности можно обратиться к дежурному, к дежурному администрации города Барнаула. Сейчас лето, и, наверное, актуальный вопрос – это плантации запрещенных растений. Мы время от времени слышим новости, что они обнаружены, они уничтожены. Но, наверное, из нас каждый вспомнит из таких растений, вот, ну, коноплю, да, вот навскидку первое. А все-таки много ли таких запрещенных растений, которые на приусадебном участке или рядом с ним нельзя не то что возделать, а чтобы даже они росли? Противодействие незаконному обороту наркотиков является приоритетным направлением органов внутренних дел. Поэтому пресечение, предупреждение, раскрытие преступлений, связанных с сферой незаконного оборота естественного происхождения или растений, содержащие наркотические вещества, осуществляется на постоянной основе. Также сотрудниками полиции совместно с заинтересованными органами ежегодно проводится межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «МАК» в несколько этапов. В настоящий момент проводится первый этап операции «МАК» с 15 июля по 24 июля. Целью данной операции также является выявление и пресечение незаконных посевов и растений, содержащих наркотические вещества. Какие растения входят в список запрещенных, кроме вот упомянутой конопли ранее, и вот операция «Магдат» подсказывает нам? Да, конечно же, хотелось напомнить, да, что всеми обыденное является конопля, это растение, содержащее наркотические вещества, также является мак. Постановлением правительства Российской Федерации от 7 февраля 2024 года номер 135 в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, включены гармала и ипонея трехцветная. В простонародье дачники называют ее как вьюны, да, красивое наше растение. Хотелось бы сказать, что в ипонее трехцветной в семенах содержатся токсические и галлюциногенные вещества, что вызывает остановку сердца, ну и приводит к летальному исходу. Александр, вот, конечно, про ипомею трехцветную новость для дачников стала некоторым шоком. Вьюнок очень распространенный среди них, и некоторые даже не знают, как отличить, потому что запрещена же ведь не вся ипомея, это как раз только трехцветная. Об ответственности, то есть скольких, скажем так, кустов будет достаточно, чтобы уже дачник считался нарушителем закона? Да, конечно, хотелось бы все-таки подтвердить, что запрещена ипонея только трехцветная. У нас есть очень много видов ипонеи, в порядке 700. Поэтому при выборе семян дачникам стоит обращать внимание. Ну и, конечно же, хотелось обратиться к продавцам, да, кто продает эти семена, просмотреть все пакетики, потому что, объясню, за хранение 3 грамм ипонеи трехцветной предусмотрена уголовная ответственность. По ипонее трехцветной, по выращиванию, до 10 кустов предусмотрена административная ответственность, до 5000. Если на участке выращивается, да, культивируется, как у нас садят, полят, пропалывают и поливают. То есть это называется культивирование. Соответственно, наступает уголовная ответственность от выращивания 10 кустов. И предусмотрена уголовная ответственность до 8 лет лишения свободы. Еще, знаете, хочется вернуться к дикорастущей конопле, потому что часто человек забрасывает свой участок, приусадебный, дачный участок, и она заполняет очень быстро. Здесь как наступает ответственность? То есть есть ли у человека какое-то время, чтобы, скажем так, скосить эту коноплю дикорастущую, потому что специально он ее не выращивал, или сам факт уже наличия на участке достаточно, чтобы привлечь его к ответственности? Граждане самостоятельно обязаны принять меры к ее уничтожению. В установленные сроки не уничтожает, то предусмотрена административная ответственность по статье 10.5 Кодекса об административных правонарушениях за непринятие мер к уничтожению. Что бы хотелось сказать по срокам? В зависимости от количества, да, которое произрастает, это может быть частный сектор, могут быть и поля, ставятся должностным лицом, определяются сроки. Но законом рекомендуется указывать минимальные сроки. После того,
как гражданин, да, уничтожил, принял меры к уничтожению дикорастущей конопли на своем участке, он в течение 3 суток обязан уведомить должностного лица о том, что приняты меры. После чего сотрудники полиции выходят, составляют акт, что в действительности данная конопля на данном участке уничтожена. Люцен, спасибо вам за содержательный разговор. Надеюсь, он будет полезен нашим телезрителям. Напомню, что сегодня мы говорили о проблеме незаконного оборота наркотиков и как бороться с ним могут даже рядовые граждане. До встречи.